тех пор Андрей успел закончить колледж, затем Институт искусства имени Павла Серебрякова, аспирантуру Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, стать лауреатом множества конкурсов и фестивалей в России, Литве, Чехии, Сирии, Италии. Но очень радостно, что он продолжает трудиться, продолжает заниматься творчеством в нашем родном городе Волгограде. Никуда не уехал, продолжает развивать музыкальную культуру, музыкальное искусство и верный по-рыцарски служить своему любимому инструменту роялю. Итак, в завершении программы сегодняшнего концерта звучит рапсодия на тему Паганини Сергея Васильевича Рахманинова. В сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением Вадима Венедиктова играет лауреат международных конкурсов и лауреат программы «Цветы музыки» 96 года Андрей Анненков. Thank you.